Человека делают счастливым три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Иван Бунин. Одна из небольших стран Балтии. Ее Рижское взморье, чудесные песчаные пляжи, дивные сосны, голубые озера привлекают туристов, особенно в летнее время. Курортная зона Юрмала по праву считается жемчужиной страны. Добро пожаловать на канал «Страны мира». Побываем в Латвии. Латвийская республика – государство в Северной Европе. Латвия граничит с Эстонией на севере, Россией на востоке, Белоруссией на юго-востоке и Литвой на юге. На западе омывается Балтийским морем. Численность населения – 1 миллион 900 тысяч человек. Столица – Рига. Валюта – евро. Пришла на смену лату в 2014 году. Официальный язык – латышский. Для посещения страны гражданам России нужна шенгенская виза. Время в стране отстает от московского на 1 час. Интересные факты. Здесь можно добровольно отправиться в тюрьму. Бывшая военная тюрьма в городе Карости была превращена в музей и гостиницу. Гости могут получить опыт заключенного, полицейские в форме, обшарпанные камеры, словесные оскорбления и физические упражнения под присмотром. В 1812 году рижане подожгли все пригороды Риги, чтобы спасти город от войск Наполеона. Жертва оказалась напрасной. Наполеон прошел мимо Риги. В период с 1940 по 1991 годы страна находилась в составе СССР. Национальный флаг Латвии по праву считается одним из самых старых во всем мире. Так, первые упоминания о нем датированы 13 веком. Очень часто латышский флаг путают с национальным флагом Австрии. Он отличается от последнего только тем, что красный цвет латвийского флага несколько темнее, чем у австрийского. Учитывая нестабильность приморского климата Латвии, можно посоветовать уделить особое внимание наличию в багаже зонта и комплекта теплой одежды. Также важно помнить, что в столице запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах прямо из бутылки. Необходимо прятать бутылку в бумажный пакет. Латвийские подростки младше 16 лет обязаны получить специальные велосипедные права, чтобы законно водить велосипед. В Латвии расположен самый широкий водопад в Европе. Его ширина составляет 249 метров. За янтарем сюда приезжают из всех уголков мира. В 1510 году на главной рыночной площади Риги была установлена первая в мире рождественская елка. Несмотря на то, что общепринято считать родиной новогодней елки французский Страсбург, все же в латышской столице ее начали ставить без малого на 95 лет раньше. В латышском фольклоре насчитывается более миллиона песен. Они называются дайны. В Риге находится одна из самых старых и до сих пор работающих аптек. В Латвии действует закон, запрещающий иметь собак бойцовских пород. Немалый вклад в кинематограф привнес латвиец Вальтер Цап. Именно он изобрел первую портативную камеру. Произошло это в 1937 году. Множество замков, дворцы, мемориалы. Страна богата историей. Старая Рига включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.